вами Виктория, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу вам рассказать, как приготовить бургер в домашних условиях. Также мы с вами приготовим вместе фарш для котлет для бургеров. Я вам покажу, как нужно правильно сформировать котлету, обжарить ее, и затем в конце мы соберем с вами бургер. Я буду использовать филе говядины. Рекомендуется использовать говядину не менее 15% жирности. Говядину нарежу на небольшие кусочки. Можно брать любую говядину, если вы любите пожирнее, то берите пожирнее. Говядину я буду перекручивать на мясорубке с крупной решеткой. Перекручиваю фарш второй раз. Для бургеров рекомендуют перекручивать мясо два раза. Вот такой фарш у меня получился, я его перекручивала два раза, так как рекомендуется. Готовый фарш нужно хорошо вымешать. Фарш вот у меня получился очень сочный. И отбить. Для чего его нужно отбивать? Это для того, чтобы при обжаривании котлеты не разваливались. Я постелила пищевую пленку и с помощью вот такого приспособления буду формировать котлеты. Если у вас есть форма для формирования котлет, то это вообще будет очень хорошо. Вот таким образом вы можете их сформировать. У меня эта форма немножко маловато. Булочка у меня большая, потому что котлета должна быть не меньше, чем размер булочки. Не забывайте и учитывайте это. Теперь из котлеты делаю колобок. И вот таким образом разравниваю все по поверхности формочки. Толщина котлеты должна быть примерно 1 сантиметр. Все котлеты должны быть одинакового размера, чтобы они у нас равномерно и одновременно обжаривались. Можно немножко помогать руками. Посмотрите, какая котлетка получилась. Все получается ровненько, аккуратненько. Серединку можно немножко вот так вот прижать, чтобы котлета у нас при обжаривании не поднималась. И таким же образом формируем следующие котлеты. Котлеты готовы. Посмотрите, какие они красивые и сочные у нас получились. Заворачиваем каждую котлетку в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 30 минут, 1 час. И пока мясо у нас отдыхает в холодильнике, мы подготовим следующий ингредиент. Листья салата рекомендуют использовать салат айсберг. Значит, маринованные огурчики или корнишоны тоже можно использовать. Помидоры. Помидоры не должны быть мягкими, а вот такими тверденькими. И красный лук. Можно использовать обычный репчатый. Также нам понадобится сыр чеддар. И для соуса кетчуп, майонез и горчица. Некоторые смешивают соус с майонезом и с горчицей заранее. У меня ребенок, поэтому мы каждый себе делает так, как нам нравится. Я все намазываю сверху на булочку, когда мясо уже готово. Булочки нужно разделить аккуратно на две части. И либо обжарить их на сковороде, либо подрумянить в тостере. Все продукты нужно подготовить и нарезать заранее. Также не забыть подрумянить булочки до того, как вы начнете обжаривать мясо. Иначе котлета остынет и получится уже не так вкусно. Одну красную луковицу нарезаю на тонкие кольца. У помидоров убираю плодоножку и нарезаю на кольца размером примерно 1 сантиметр, не тонко. Тонкими ломтиками нарезаю огурец. Разделаю салат на небольшие листья, слишком большие листья тоже, это будет неудобно. Листья салата нужно промыть и просушить.
Все ингредиенты подготовлены, мясо хорошо отлежалось в холодильнике. Из 600 грамм у меня получилось 5 котлет. Котлетки хорошо солим и перчим. Сковороду нам нужно хорошо раскалить. Пока сковорода у меня нагревается, подготовим булочки. Булочки я буду подрумянивать в тостере. И аккуратно на раскаленную сковороду начинаем выкладывать наши котлеты. Сначала обжариваем котлеты по 1,5 минуты с каждой стороны на сильном огне. Полторы минуты прошло, переворачиваем котлеты на другую сторону. И продолжаем обжаривать еще 1,5 минуты. Затем уменьшаем огонь, добавляем кусочек сливочного масла и продолжаем обжаривать еще по 2 минуты с каждой стороны. Делайте ту прожарку, которая вам больше всего нравится. Котлеты готовы, перекладываем их на бумажные полотенца. Все готово, собираем наш бургер. Смазываю бургер майонезом. Количество майонеза и кетчупа можно регулировать. Смазываю кетчупом. И добавлю немножечко горчицы. Сверху положу листья салата. Помидоры. На помидоры положу лук. Огурчики. Сверху выложу котлету. На котлету положу сыр. Верхушечку булочки тоже смажу кетчупом и майонезом. И накрою сверху. Бургер немного нужно вот так вот прижать. И все сверху закреплю шпажкой. Получилось очень-очень сочно, вкусно, красиво. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч!